Советский Союз заявил о своих. Это то слово, которое сказали на когда говорит это слово, возникает кризис. Когда сил становится страшным. И не потому, что мы хотим кого-то напугать. Мне кажется. Всем доброе утро. Сегодня понедельник. Михалыч дров принес, щепочек нарубил, а я затопила печку. Сейчас уголь принесла. Раскочегарится хорошо, и ведро угля засыплю, и будет тепло дома. Доброе утро всем, страна! У нас сегодня солнечная, морозная погода. Мы приехали в Динскую с утра. Не знаю, надо нам успеть получить посылку в СДЭКе и отправить посылку в Горно-Алтайск к Даше. Почта не рискнула отправлять. Мне кажется, СДЭК должен успеть до Нового года. Ну,
Прошлый год они получили 8-го, что ли, числа. И тоже были рады. Новогодние конфеты были съедены. И потом раз, и опять сюрприз какой-то. Положила туда подарочки. А в СДЭК мы приехали. Я Михалычу на Новый год сделала подарок. Выписала ему шуруповерт. У него же один шуруповерт сгорел. Прям дым пошел из него. И поэтому, а тут очень такой интересный шуруповерт из Белгорода доставляют. Он китайский, конечно же. Доставка быстро получилась. И там несколько насадок. Михалыч счастлив. Мне, говорит, больше ничего не надо в этой жизни. Вот так. Вчера я ездила за подарками в Красную площадь. С утра у нас отключили воду. У нас в последнее время отключают, так как у нас в станице копают усиленно газ по всем улицам и, видимо, перекрывают водопровод. Простите, с утра еще не разговаривала. Вот, и я, чтобы время не терять, потому что без воды, ну, сами понимаете, да, когда стены мажешь, и руки все грязные, и ведра надо мыть, и все эти шпатели мыть. Поэтому без воды лучше не надо. Ну, и сам весь грязный, поэтому помыться тоже надо после такой работы. Поэтому я посидела, подумала вчера и поехала. А еще поехала, потому что вчера у меня с утра сильно заболела голова. Вот настолько сильно. У меня вообще голова болит редко. Там нечему болеть, как Михалыч говорит. И ей полежать, ей посидеть. Она вот ноет, ноет, ноет. Вот знаете, как зубная боль такая. Я так решила, поеду прогуляюсь на свежем воздухе. И у меня прошла головная боль. Пока на автобусе протрясло до Красной площади с пересадкой на витамине. И все купила, всем купила. Катюшка у меня только осталась без презента. Ну ничего, Катюшке тоже найдем что-нибудь. Вот так. Так, такое ощущение, что у нас работает уже СДЭК. Хотя он с 10 часов, время еще без 15. А Михалыч ушел куда-то гулять. Или он в очереди там стоит. Не успела, не последила за ним. Он-то за день насидится. Поэтому подъехали, говорю, а еще рано, говорю, я посижу в машине. Он говорит, а я пойду гулять. И пошел, пошпарил по солнышку. Сегодня минус 4. Но погода ясная, небо голубое-голубое, день будет теплый. Я в Красной площади не снимала, только поснимала красивую новогоднюю инсталляцию. Там уже Дедушка Мороз со Снегурочкой ходит, и можно бесплатно фотографироваться вместе с ними в обнимочку на таком троне торжественном. Много ребятишек, там прям очередь стоит, мамочки с детьми. Вернулась я вчера уже было часов 8, наверное, было, да. Ну, довольная. А то я все откладывала, 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 откладывала. Съездить за подарочками. Ну вот. Ну и прогулялась. Не знаю, сколько километров, 10, наверное, намотала по этой Красной площади. Я Михалыча отправила домой. Поехала. Так как у него планерка скоро. Но успеет. А сама пошла в Сбербанк. Мне позавчера в Красносельском магазине я пятерку давала. 5000. И мне сдали сдачу. И 1000 прям вообще разорвана пополам. И только обнаружила вчера в магазине в Красной площади. Поэтому схожу в Сбербанк, поменяю деньги. Михаил сейчас говорит, ну а ты еще сейчас этой тысячи рассчитайся с девушкой в транспортной компании. Я говорю, ты чего? Никто такие деньги не примет. Хотя, конечно, обязаны принять. Она просто пополам разорвана. Номер-то там есть, но неохотно это делают. Поэтому лучше сама схожу в Сбербанк и поменяю. У меня уже был такой случай. Меняют беспрекословно. Так что надо деньги проверять, когда дают. Но я так визуально посмотрела, я их не раскладывала на каждую купюру. Но вижу, что там, да,
4000 и копеечки еще были. И положила их в кошелек. Ну и у нас Кате подарок не куплен. Не куплен. В этом году подарки мы делаем недорогие. Газ все съел у нас. Так что, ну, такие приятные презенты. Вчера в Красной площади промоутер мне вручил такую палочку бумажную с духами. И вы знаете, я как только ее понюхала, я взяла ее, и как только понюхала, и сразу всплыла картинка. Аэропорт Новосибирск. Это вот летом я летала, когда в Новосибирск. Ну, я в дьюти-фри заходила, и там тоже пробники пробовала. Вот как все-таки мозг устроен, да? От запаха ты воспроизводишь картинку. Прям четко. Я вспомнила, что да, именно такие духи я и нюхала. И вот до сих пор она пахнет. Иду. Сейчас из кармана достала. Аромат очень стойкий. О, елочку поставили, но еще не нарядили. А вот елку поставили в центре на площади. Главная елка Динской. Вот иду, мне солнце светит в спину. Так греет хорошо. Удивительно. Ну и забегу в посуду центр. Вот елочку красивую сделали. Да уж, в этом магазине праздник для глаз. Чего только не продают. Все хочется. И чайнички, и салатники, и тарелки, и кастрюльки. Сковородок миллион. Есть кастрюли нержавейки с толстым дном. Очень много кастрюль эмалированных. Я даже все не снимала, так бегом-бегом пробежалась, купила, что мне надо, и все. Но ходить там можно бесконечно. О, как голуби летают. Небо сегодня, смотрите, какое чистейшее. Все, я уже иду домой. У мышастовки, а вот хризантемы еще не замерзли, у заборчика стоят. Все, я довольна, что всем подарки есть. Так что к Новому году, считай, готова. Голуби высоко, высоко, вам, наверное, и не видно, как он летает и крутится, крутится такой вертун. Соленую я не хочу. Конечно, тут сразу пиво придется брать. Кто-то еще? Нет, все. Мангустина. Буду раз попробовать. Мы приехали вот сюда. Тут типа маленького нашего Арбата старомышастовского. Пойдем, тут магазин у нас есть красно-белый. Ни разу в нем не были. Сегодня посмотрим, что там есть. В агрокомплексе купили продукты. Немного. Все продукты местные. Василковский район. Это буквально соседний район с нами. Ну, почти. Что? У нас есть кафе, да. А это что, пицца? Ничего не знаем. Есть пиво. Хадыжир. Вот есть красно-белое. Правда, там продукты есть? Ну, покажи, что купили мы с тобой в красном-белом. Мы купили два пломбира. Белый и шоколадный. Съездили мы на рыбалку. Магазин «Камчатка», я вам показывала. И взяли вот два стейка. Форели 516 рублей вытянул.
Они такие небольшие. Как раз на один раз. Так, вот он чек. Дальше зашли в магазин Агрокомплекс Василковский. Это у нас местный агрокомплекс станицы Выселки. Агрокомплекс имени Ткачева. Где-то я на сметане, однако, читала. Да, вот. Имени Ткачева. Бывший губернатор Краснодарского края. Так, что взяли в нем? Хлеб. Хлеб у нас, по-моему, 37 рублей. Да, 36,50. Дарницкий. Сметана. Сейчас скажу. Сметана 89,99. В общем, 90 рублей. 15%. Молоко. Молоко 80 рублей. 0,9 литра. Так, и мы были удивлены, что даже они стали делать. Может, они раньше делали? Мы просто в этот магазин вообще как-то не заглядываем. Далеко от нас. Молоко сгущенное с сахаром, ГОСТ. Агрокомплекс тоже Василковский. И молоко дешевое, 129 рублей. Но продегустируем, скажем. Хорошие, нехорошие. Дальше творог Василковский. Здесь 700 грамм, пачка большая. Творог у нас 310 рублей упаковка. 700 грамм. Ну, настоящий, надеюсь. Там не читала, там без очков было. Так, состав: молоко нормализованное, пастеризованное, закваска. И вот в красно-белом мы купили такие два пломбира. Это коровка из Кореновки. Это уже Кореновский район, тоже соседний район. Шоколадный мне. А Михалыч любит такой белый пломбир настоящий. А мороженое у нас по 62, что ли, рубля. По-моему, так, да, 62 рубля. Ну все, вот так мы съездили в магазин.